Ассаламу алейкум, мы находимся в поселке Бахтабай, Алматинской области. Смотрите, у нас здесь в Алматинской области какие-то дворцы культуры. Это здание ДК. И как дети играют в футбол. С потолка капает. Да, мы снимаем вас. Это ДК у вас, да, пацаны? Да. А, что вы здесь играете? А, не сыро здесь, нормально? Нормально. Нормально, пойдет? Играть можно. Ну, дети вот так вот проводят свой досуг. Спортплощадок нет, да? Стадион только там. А, все. Ох, нифига у вас сколько здесь. О, еще один сверху. А, что, пойдем ДК покажете. Что это такое у вас здесь? Ну-ка, пацаны. Иди сюда, пойдем, здесь капец холодно, пацаны. Как вы с ним мерзнете? Ага. Ты не упадешь, пацан? Ты что делаешь? Давай его это обратно. Угу. Блин, здесь нужен ремонт. Конкретно здесь нужен ремонт. Очень большие, по-моему, здесь нужны средства. А, в принципе, можно восстановить. Что за темная комната? Это как... Найдем. А, да, домой с Инстаграма. Это что такое? А, понятно. Капец, тут холодно, ребятки. Почему нормально? Просто мы футболки. Ну, я футболки, да, наверное, из-за этого. Тут говоришь, что типа там же. Большое здание. Здесь пожар был, что ли? Ага. А что здесь могло быть-то такого прям? Подожгли. Специально подожгли, что ли? Наверное, это балдел, наверное, просто. Это очень крутое, большое здание. Если сделать здесь ремонт, провести какую-то там реконструкцию, блин, я иду по стеклам. Это будет большим, наверное, благом для местных. Пойдем обойдем его. Ой, обидно за такое на самом деле. Казахстан живет в современном веке, и когда нам покажут с экранов Астану, Алмату, и когда в районах, в аулах, в поселках на самом деле картина совсем иная, хочется действительно погрустить. Ну, беспредел. Здание, в принципе, еще полноценное, еще, мне кажется, простоит много лет. Если бы сюда приехал бы аким Алматинской области, а он по профессии, по-моему, строитель, я думаю, он бы дал бы свой такой как бы вывод, итог, результат. И я думаю, аким Баталов, в принципе, одобрил бы этот проект на то, чтобы реально сделать здесь ремонт. Бахтубай, молодежь занимается велоспортом в таком здании. Тренировки проходят ежедневно, кроме выходных, в 3 часа.